Ку-ку, подписчички. Ку-ку. Вы тут, друзья? Где вы, друзья? Друзья, скорее, где вы есть? Вы тут, не? Или не тут? Да, и тут никого нет, по-моему. По-моему, я здесь один. А, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Решил. Кукусики. О, я не один. Ташкент, привет. О, Губкин, Губкин, привет. Родина. Родина, привет. Ну что, как у вас дела, ребята? Как у вас, все хорошо? Вот вышел на секунду, думаю, пока вот между купаниями. Думаю, дай заскочу, посмотрю, как тут все ровно. Все хорошо. Все, есть люди тут еще, есть? Ну, есть, это хорошо. Это очень радует. Что вы есть. Что вы есть. Что мы есть. Таганрог, привет. Сочи, привет. Всем привет. Старый Оскол. О, это все родины мои. Губкины, Старые Осколы. В Подмосковье пасмурно. Ну, скоро мы тоже уже приезжаем в наше замечательное пасмурно. Нам тепло. Нам тепло, нам хорошо. Вот мы тут. Мы на Фуджейре. Мы на Фуджейре. У Светки месячный живот болит. Свет, держись. Купи таблетосов. Таблетосов. Нурофена глушани. Глушани, нурофена, Светуль, я с тобой. Мы с тобой. Не узнал. На фотографии тут не видно. О. Вот. Вика здесь, вот Котина. Ну скажи привет. Привет. Привет, это радость, смотрите, счастье. Вика просто занята. Вика просто занята. Стамбул, привет. И Долгопрудный тоже. Сашка, да, Сашка спит. Копия спит наша. Все нормально. Викусь, вам привет от наших. Нижний Новгород. Сохраню эфир. А что в нем сохранять? Вот. Вот. Так у нас все, что, все нормально, все тепло, все хорошо, все. Стараемся быть классными. Сашка спит. Жена, да, очень даже ничего. Красивая. Ты красивая? Мы к 17 часам мы спим на пальму. На пальму к 17 нет. Мы 14:30 отсюда выезжаем. Нет. Не успеем. Мы не успеем на пальму. Hi, New York, how are you? Everything perfect. Да, вот. Че это я помятый? Я не помятый, это камера увеличивает. А так я на фон. Конечно. А в жизни он конфетка. А в жизни я просто дикий конфетолос. Магадан, привет. В жизни, на самом деле, это все виновата камера. На самом деле, я накачанный. На самом деле, у меня вот нет вот с глазами вот этой канители. Блин, надо сделать операцию. На самом деле, зубы у меня виниры. А это все камера. Камера. Камера их редит. Камера разрядила мои зубы редкие. Сынок, да, он всегда его любил. Вот. Да, с женой все нормально. Мы друг друга путеводители. Вот. И поэтому тоже привет, Лаго Ди Гарда. Тагил, привет, Тагил! Вот. А на самом деле я качок, бицуха у меня дичайшая. Попа орех. Поп-орешек просто. Фотку вчера делали. Помнишь, да? Поп-фотку. Там такой орех. Это похоже на чищенный грецкий орех. Разломанный. На разломанный чищенный грецкий орех. Вот такая, так сказать, ЗП. Ну, ничего, мы держимся. То есть мы будем работать с ней, мы обязательно будем работать с ней, обязательно займемся. Ставропольский край, привет. Привет, родненькие. Вот. Мы стараемся не унывать, как всегда. То есть унывать смысла нет. Но чем больше унываешь, тем дальше, так сказать, от хорошего настроения. Мы не в Дубае, мы поехали на Фуджейру. Это вот другая сторона, Эмират. Мы на Индийском океане, на проливе. Мы здесь тусим. Вот, Бурятия, привет. Добрый день. Водички морской привезем на себе. Я привезу морской воды на себе, в каплях.
И просто, ну кто очень большой мой поклонник, будет просто вытирать меня. И тряпочки сохранять. Обязательно сохраняйте тряпочки. Вот. Викуся, да, молодец, делает хорошие позитивные жизненные сторис. Я ее научил этому. Одесса, привет. Привет, Одессу. Люблю Одессу. Был там очень много раз. Он меня учил делать надписи. Надписи не учил. Горы? Как горы? Откуда? Насыпались. То есть я конкретно не спрашивал здесь, не читал. Чебоксары, привет. Вот. Я конкретно не читал, откуда здесь взялись на фуджере горы. Но по всей вероятности, их никто не насыпал. То есть, скорее всего, они взялись оттуда же, откуда и другие горы. Горы же они берутся-то. Ну вот мы нашли пустыню с горами. Орел, привет. Короче, вот у нас есть пустыня с горами. Нарфаминск, привет. Ну, про детей пост я еще не видел. Ты написала пост про детей? Ну, конечно. А, да, это... Нет, это, я, это написала Вика. Пост про детей написала Вика. А что ты написала? Люди пишут какой-то пост. Что, плохой пост про детей там? Ну, с Сашкиной фоткой выложила только что. А, сейчас почитаем, что там за пост. Путешествовать с малышом очень просто. Я вообще не замечаю, что он с нами есть. Ну, есть, конечно, свои сложности. Ну, Украина, привет. Оксаночка с Украины, привет. Есть, конечно, свои сложности. Он маленький. Но, слава богу, он у нас спокойный, как папа. Весь в папу абсолютно спокойный. Папа же спокойный и сын спокойный, поэтому вот, абсолютно спокойный ребенок. Вот, обзор вокруг, вот, сейчас покажу. Сейчас, а где тут переключать камеру? Камера где? Теща в Москве, пока теща. Вот, обзор. Проснулся, Сашка что ли проснулся? Сашка проснулся, не? Нет, не проснулся. Сибирь, приветствую вас, приветствую вас. О, бабуля отлично, бабуля, сейчас скоро мы уже... Вода очень теплая, я не знаю сколько градусов, но теплая. Вокруг тоже очень тепло сегодня, вообще прямо жарко сильно. Вот, прячемся в теньках. Вот. Калуга, привет, Калуга, ребята, привет. Мы, еще раз повторю, Фуджейри, Сочи, привет. Мы у Фуджейри. Так что спасибо большое тех, кто меня понимает, что я парень нормальный. Забрать Анютка вас к себе не могу. Ну, не могу. К сожалению. Или к счастью, не знаю, там, смотря как вы выглядите. Вот. У Вики, да, один купальник. Мы как-то их особо не набирали, этих купальников. У нас сейчас худеет, мудеет. Нет, есть еще второй. Ну, она ходит постоянно в этом, ей он больше нравится. Фуджи. Мы православные. Православные мы. Но верим в единого Господа. Нашего Вседержителя Отца, естественно. Вот. Мы реально добрые, честно, ребят. Мы честно добрые. Хоть я там... Я просто строгий, ну, кричу иногда. Ну, потому что я импульсивный, эмоциональный. А так-то все, уже летим. Не, летали Аэрофлотом. Мы Аэрофлотом. Да, отель прикольный, это Ротана. Нет, с комиссаром встреча не состоялась, но я смотрю его видео, мне кажется, дядя Валера гонит, вот, и это было сказано там про Дом 2 так, чисто для разговора, все же понял, что там бесполезно. Ейск, привет, поэтому пусть дядя Валера сам там занимается Домом 2, ну и всех нахер. Лизка, да, молодец. Лизка очень веселая девчушка. Очень. Не, мы не постимся, потому что, ну, не постимся. То есть у Вики больной желудок. Она не постится. И поститься это не значит, что не жрать. Поститься это нужно вот, вот это выключить все. То есть поститься просто не есть. И говорить, я пощусь. Надо убрать полностью все. Поэтому поститься мы не постимся. Говорю честно, вот, поэтому как-то так. Ногинск, привет, огромный привет. Что-то сообщения зависли. Ну что это значит, Андрюх, тебе повезло с Викой, а Вике, значит, со мной не повезло, да? Ну, то есть это вот
Андрюх, тебе с Викой повезло. А, Вике что, не повезло, что ли? Всем, всем друг с другом повезло. Сашка, да, Сашка молодец. Сашка красавец. Не, он на всех, на самом деле, понемножку, он действительно, вот мне кажется, разрез глаз у Сашки Викин. И на бабулю он похож, и на маму Вика похож. Курск, привет. На всех понемножку. То есть у меня нет там принципиальной там позиции, чтобы там сын был похож вот только на меня. Ну, поэтому потихоньку, помаленьку. Казахстан, привет. Да, нам повезло друг с другом, и нам хорошо вместе, то есть реально. Сейчас мне только все-таки победить нафиг свой жир. Все, я худею опять набираю, сука. Да, вот абсолютно правильно, то есть молитвы пьяного и пост больного не нужен. Поэтому поститься нужно внутри. Поститься нужно, стараться, а не так. Птички висят, потому что я лежу так, поэтому они и висят. Если смущаю, можешь не смотреть на мои птички, ну куда от них денутся, если они висят. Птички висят, никуда от них не денешься. Надо заниматься больше, чтобы птички не висели. Борюсь с этими птичками, борюсь, пока не победил. Ну ничего, птички победю. Рано или поздно. Да не должно быть много, вот смотри. Вот они, мои титьки. Кому смущают мои титьки, вот они. Вот они, титьки, даже могу ими поиграться. Вот. Кто смущается там по поводу титик, не смотрите. Да не, надо похудеть. Похудеть надо в любом случае. Сизи висят у тебя, висят, да. Да мы уже приезжаем, мы 3 недели уже здесь, вот на 3 недели. Победю, уже потихоньку, помаленьку победю. Ну, Сашка спит, Вика купаться ушла, я не вижу, где они, там просто интернет пропадает. Вот. А так, борюсь. Не, ну ненормально, хотелось бы, конечно. У нас время на час, у нас 12 часов. Трудно, худею, опять, сука, набираю, худею, опять набираю. Поэтому. О, Тиграну, брату, спасибо. Здесь согласен с ним, согласен абсолютно. Нету денег, да, у жены на купальник, нету, мы. Али, привет, дорогой, скоро приеду домой, привет, Али. Али, привет, жди, на днях уже приезжаю. Нету, конечно, денег, откуда у нас деньги на купальники. И у меня тоже одни шорты. Нет, с карантином, ну как, везде маски, Германия, привет. Это как в масках, ну вот здесь сидим без масок. Ну как-то так, как и везде. Тоже показывал уже, что вокруг. Сейчас покажу, где тут переключалка. Ну, вот сидим, вот, гостишка, бассейн. Вот он, Сашка, спит. Вот он. Вот здесь, вот под таким деревом, вот, видите? Вот он. Вот он. Сидит. Сидит котейка наша. Вот. Я раз здесь тоже под цветочками. Хоп, тяню. Вот, видите, ну вот. Вот моя фигура. Я ее не стесняюсь. Хотя, конечно, сиськи. Ну, видите, мышцы вроде есть, но больше же. Так-то я не особо страшный. Видишь, даже могу напрягаться, ну, когда вот так делаю. А так, конечно. А если вот, ну, живот, вот, вот. Вот, видите, вот такой живот. Ну, а что его стесняться, коли я такой? Ну, что, выкинуть себя, что ли? Не хотелось бы сейчас в тенек сейчас зависну. Ну, раз, в тенечек. Не, лучше пойду под это. Вот у нас вот такая, это, такое яйцо. Вот, видишь, мы здесь прячемся. Хоп. Вот он, раз. Чух. Хоп. Опа. И все, и вот. Ох.
Ох, какая ты прям вот... вот девчаночка Елен, сходите на ТВ-шоу, сделать вдруг Вика не мать Александру, вот и деньги накупали. Ой, ну ты прям молодец, все, никак не успокоишься. Да. Господи, люди. Сходим. Надо будет и сходим, а что не сходить? Если ты его смотришь, что мне не сходить? Схожу обязательно. Домой в среду. В среду поеду. Нет, Саша, кстати, перелет, это как его, вообще никак на него не повлиял, отлично. Здесь он прямо с первых дней тоже все хорошо адаптировался, все классно, все круто. Да, ребенок все время у нас на свежем воздухе. Ну, поэтому мы как бы не заморачивались. Не заморачиваемся. Ага. Слежу, слежу, пока Вик купается. Да не слушаю никого. Я... Вы же знаете меня, мне вообще по херу мороз. Я делаю так, как считаю нужным, чтобы было хорошо для моей семьи. Чтобы были все счастливы, чтобы ребенок был счастливый, бабушка счастливая, теща счастливая. Какая мне разница, кто мне что говорит? И вам советую. Это... Сколько людей, столько они... Чем ты будешь делать... больше хорошего, тем больше у нас время такое. Больше будут говорить, что ты говно. Поэтому какая мне разница? Петровна, тьфу-тьфу-тьфу, мама с Олей, молодцы. Петровна вообще уже чувствует себя гораздо лучше. Ну, сейчас приеду. А что говорить о Рустаме Солнце? Ну, Рустам да Рустам. Смешной. Смешной, веселый, умный. Ну, там по поводу того, что он там про Бузову я там частично видел, говорил. Ну, надо же, понимаете, как внимание привлекает только вот какая-нибудь дрочь. Если бы он сказал, все хорошо, никому бы это не нужно было. А он наговорил, что там Бузова и алкашка, и все. Ну, естественно, все. Все сразу смотреть на это. К сожалению, такое вот время диктует такие условия. И все шоу, они почему такие. Спасибо, спасибо, Елена, все нормально. Вот это как о. Ну, пишет, потому что Вика же, она же с Украины, она же украинка. Ну, где-то делает ошибки. Ну, мы не паримся. Ну, написали где-то ошибки. Ну, вот так написала. Ну, все. Мы не суперобразованные, наверное, поэтому. То есть какие-то правила забыли. Не обращаем там Дубай, не Дубай. Ну, простите нас. Вчера было прощенное воскресенье. Ну, вот я тоже могу ошибаться, там где-то запятые неправильно ставлю. Ну, и хрен с ними. Ну, что, я же не диктант пишу. Ну, вот так вот. Вот так пишу. И она так пишет. Поэтому как-то мы не обращаем на это внимания. Есть ли ошибки? Бузова трудяга, вопросов нет. Тоже НТВ делал там фильм про нее. Вот, я это как так и сказал, что как бы то ни было, есть там голос у Бузовой, нету голоса у Бузовой. Она херячит, как... Я даже так не херячу, как Бузова херячит. И за это, только за это ее стоит уважать. Поэтому здесь молодец. Чё? Она добивается всего своим трудом. Поэтому это правильно. То есть я так скажу, это правильно. Спасибо большое, Риби. Мы реально, я честно считаю, что... Ну, Вика действительно находка. Ну, я тоже. А что про Африку я не ответил? С Африкой мы не общаемся. Я не знаю, что про Африку. Африка со мной не общается. Я бы общался, то есть мне по барабану. Я со всеми своими бывшими общаюсь. В этом ничего плохого нету. То есть что-то у них там какая-то обида на меня. У меня ни на кого обиды нету. Все нормально. Я общались бы, и я бы общался бы. А они что там? Все обижаются. Ну, Бузова, она карьеристка, поэтому ей особо и не нужно. Водонаева я уже 1000 лет, я ж не знаю, люди меняются. Это там, кто говорит, что люди не меняются. Чувашия, привет. Это... Андрей, скажи. Да, да, нет, ребята, вот как раз вы сейчас увидите. Я сейчас приезжаю и вплотную начинаю заниматься своей экофермой. Чем это будет? Не просто это экоферма, это будет мини-государство. Ну, пока не буду вам все рассказывать. То есть, скоро все увидите.
Скоро все увидите. Африке я никому ничего не должен. Африканцеву я никаких денег не должен. Я же тысячу раз говорил. Ни Габозову я никому ничего не должен. Я всем давал. Всем давал. Все кричали, что я живу за их счет. Только получается, я путешествую. У меня есть дом, машина. У меня есть все. То есть, у них нет ни хера. А все говорили, что я живу за их счет. Я говорил же про Бузову. С Костяном мы близко общаемся. И мы вместе будем заниматься бизнесом. Сейчас я приеду. Поэтому сохраню эфир. Поэтому, ребята, я как вам скажу. Живите по совести. Верьте в Бога, а не в людей. И все будет хорошо. И Бог вам будет давать то, что вы заслужили. И хоть миллиард человек будет вам говорить, что вы там недостойны, вы плохой, вы там аферист, мошенник. Бог же, он все видит. Он же все видит. Поэтому он дает по заслугам. А кого я с Дома 2 уважаю? Да всех ребят семейных, всех уважаю, кто создал семью, кто по-настоящему счастлив, кто не разбежались. Тех же семью Салибековых, молодцы, у ребят трое детей, вот достойная семья, Пынзари, естественно, молодший, Серега с Дашкой, да, ну, всех, Ирину Александровну уважаю, дочерей ее уважаю, и это Ольгу Агибалову с семьей, они тоже, у них там двое, по-моему, детей, тоже ребята молодцы, трудятся. Вот. Хохлушки замечательные, хохлушки прекрасные. Вот она моя хохлушка. Спрашиваю, как хохлушки? Я говорю, что прекрасные. Вон она моя хохлушка пошла. Вот. Ну как ее можно не любить? Вон, к Сашке пошла. Вот. Ребят, на ТВ это ТВ. Относитесь к ТВ как к ТВ. Не задавайте мне вопросы. То есть, ну, если вы люди взрослые, понимающие, не задавайте мне прямых вопросов. Нравится — смотрите, не нравится — не смотрите. Есть, посмотрите, то есть сделать выводы очень просто, посмотреть на все передачи. Какие передачи идут, такие, значит, и смотрят. Ну. Самое красивое, ну, для вас Женя Феофилактова самая красивая из Дома 2. Для меня самый красивый из Дома 2 я. У всех свои красивые. Сэма, конечно, Сэмик замечательный. Сэм Селезнев, мы же дружили с ним. Вот. Сэм замечательный. Сашка с Габозовым, все нормально. Сейчас он у Ольги Васильевны, но он там в Волгограде рядом с сыном. У него все хорошо, все нормально. Занимается своими делами. Вот. Поэтому все с Габозовым хорошо, не волнуйтесь. Мы общаемся на связи. Несем свою любовь и бабули... Бабуле тоже все. Видите, для кого-то Феофилактов самое красивое, для кого-то он писец. Это тоже, тоже имеет место быть. Нет, с Ебаровым не общаемся. Не знаю, где он, что. К Рапунцелю, да никак не отношусь. Блин, ребят, вот это не останется ли шлейфом на всю жизнь, дети, эти передачи. Ну, что вы ерунду говорите? Это, ну, такое отношение, как будто, я не знаю, я там пришел на какую-то передачу, взял там у котенка, оторвал ноги и сожрал их, или насиловал всю жизнь зверей, вон как Панин. Вот у Панина останется шлейф, понимаете? А это вот не останется ли шлейфом? Да каким шлейфом? Ну, что вы говорите, господи? Шлейфом чего? Не, ёршика я на работу брать не буду, ну его нафиг. Взаимно. И вас храни Господь. Женя Кузин, да и, ну тоже, как я могу сказать. Я не знаю, я его тысячу лет не видел, не знаю, что с ним, как с ним, что там. Сейчас будете, Олечка, работайте, Оля Борисовна, работайте. Да, вот у Панина шлейф там такой дикий, что... Нет, а мы нормальные люди, то есть, ну, мне ни за что не стыдно, то есть, мне абсолютно ни за что не стыдно в своей жизни. Это жизнь, то есть, все, что мне, за что мне будет стыдно, за это у меня спросит Бог, отвечать я буду перед Ним. Ну. Да я и был спокойным всегда, то есть, ну, всегда же, я же еще раз говорю, что спокойствие никто... Не, дома уже все по раз продал, в продаже пока ничего нету. Ну... Вот, поэтому отвечать буду перед Богом. Шлейф мой, он будет
только перед Господом. Поэтому, а там что? Один скажет, что это плохо, другой скажет, что это хорошо, что мне нужно, ну, это как, подстраиваться, что ли. Я ж не могу под каждого подстроиться. А мы имя выбирали, Сашки, как выбирали? Ну, у нас, у меня, во-первых, мои друзья и партнеры все Александры. Папы у нас Александры. И то есть, как бы, я что-то так подумал. Ну, и мне хотелось, чтобы он все-таки остался АА Чуев. Я же АА Чуев. Вот. Зимит, нет, не общаемся тоже. 1000 лет я ее не видел. 1 000 000 даже. Ну, Май Абрикосов, это Май Абрикосов. Он уже не тот Май Абрикосов, которого я знал. Он что-то там гонит свое, поэтому мне тяжело говорить мнение по поводу Майи Абрикосова. Так что такие вот дела. Спасибо вам, ребят, всем. Бабушка любит покушать все. Спасибо вам всем, тем, кто понимает нас, кто адекватный. За щами. Зачем я участвовал? За щами. Такой вопрос очень устраивает. Вот. У Тани все хорошо. Я постарел. Да. Инна Соколова, тебя тоже это ждет, не поверишь. Тоже будешь старая бабка. И тоже тебе будут писать, да, что ты старая. Ну, ты же думаешь, что нет. Улыбки ставишь, ты постарел. Конечно, постарел. Я ж не... Все мы стареем. Я, видишь, старый сижу в Дубае. Греюсь на солнце, а ты молодая, сидишь мне пишешь. Ты постарел. Не ссы, Лена, она к тебе придет, не заметишь. Старость это. Поэтому, конечно, все мы стареем, мы самые глупые люди, которые думают, что они не постареют. Вы постареете еще быстрее, чем все остальные. Ребят, у нас, это как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. У меня, друзья по всему миру. То есть я приезжаю, у меня здесь партнер и друг в Дубае. У него огромная квартира. Мы не платим за гостиницу, мы живем у него. То есть у них семья, мы дружим с семьями. Водичка очень теплая. Мы дружим с семьей. Кстати, по поводу этого, только русские отдыхают. Здесь полный отель русский. Все русские кричат, Путин говно, Россия говно, все говно. Отель на 90% забит русскими. И причем вот эти вот все отели на побережье практически одни русские. Ну, больше русских, чем кого-либо еще. Ну. Отлично, отношения у Виктории и Татьяны более чем хорошие. Они очень переходят. Они очень, вернее, ладят друг с другом. То есть близко общаются, все нормально. Ну, я привык, чтобы все дружили, все общались. То есть неважно, что произошло в жизни, мы все люди. И мы, обязательно, в обязательном порядке должны оставаться людьми. Сашка переносит жару, отлично. Там мы его в тенек, он у нас в теньке тусит. Прививку, да, буду ставить, а что ее не поставить? То есть, ну, если все будут ставить, что ее не ставить-то? Если уж жить и бояться прививок, то вообще нахрена жить? Бояться, что прививка убьет. Сынуля спит, Викуша там тоже загорает. Да, да, вот я абсолютно согласен. Путин говно, жизнь говно, а... Битком русских в Дубае, ребят, столько, что голова треснет просто вообще. Что вообще, блин, я просто охреневаю. Ноют, все ноют, все. Мы в какой-то нищете. Если бы вы видели нашу эту нищету, я... Поэтому... Ну, у нас 4,5, сейчас будет 26 марта, будет 5 месяцев, Сашечки. Да ничего страшного вот, по поводу старости, ребят. Ну, стареем да стареем. Это же жизнь, так она устроена. Я в каждом возрасте есть свое, что-то свое прекрасное. Ну, я вообще, я наслаждаюсь. То есть, мне пофигу. Мне хорошо, мне от меня молодая жена, маленький сын. Я не замечаю своей старости. Мне все нравится, все меня устраивает. Поэтому... Думать, зачем мне думать о старости, если я чувствую себя прекрасно, если я чувствую себя молодым.
Зачем мне думать о старости? Ну, постарею, умру, это неизбежная канитель. То есть никуда от нее не денешься. Все мы постареем и умрем. Думать об этом. Ротана, отель Ротана. Находится он на Фуджейре. Наберите Фуджейра Ротана. Так что... Ну, я вообще не парюсь. Я определился, да, ребенок мой. Мой ребенок. Вот видишь, а вы, вот многие, не определились и посмотрели. Подтверждаю, мой ребенок мой. Не, я говорю про старость, это те, кто мне про нее пишет. А я себя чувствую конфеткой, персиком, отличным, абрикосиком. Дочурка, да, Лиза очень любит, ну это как его, как называется, Сашку, очень прям очень. Димке огромный привет, Громову, по поводу фотосессии вы говорите. Очень порядочный, хороший человек, очень положительный, без понтов, мне такие нравятся. Замечательно, замечательно прошла фотосессия. Про Рустама что я думаю? Он нахер никому не нужен, Рустам. Какой он там нахер золотой состав, то есть полупокер, золотой состав, это и вашим, и нашим, я никогда не забуду, когда Рустам спорил с Третьяковым, и Михайловский его загнал в туалет, и Рустам там обосрался под себя, когда он там кричал, что на нем все шоу держится, и он работает с Михайловским, это было вообще ха-ха. Так что, 100%. Поэтому у Лизы очень правильное воспитание. Поэтому... Спасибо вам, ребя. Пойду я купаться. Люблю вас, честно. Девушку нахер эту послали уже. Наконец-то Костя понял, что она только им пользуется. Так что... Спасибо, ребя, за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы... понимаете нас, это очень радует. Я рад, что есть люди, которые видят меня настоящего и понимают, что парень я зашибательский. Люблю, обнимаю всех. Давайте, пока.